Акция называется «Должник». Она у нас стартовала с началом навигационного сезона с целью того, чтобы проверить должников на наличие задолженности. В случае, если они имеют эти задолженности, они могут непосредственно во время проведения мероприятия оплатить свои задолженности. Штраф ГИБДД. Если они у вас действительно они оплачены. Они оплачены. На 1500 последних, ага. Давно оплаченных. Это просто, я вам сейчас выписываю повестку. В понедельник вы с копиями квитанции подходите по адресу Артебушевская, 13. Я в курсе. И представляете квитанции судебному приставу. Два наиболее частых нарушения. Управление маломерным судном, не прошедшим техническое освидетельствование. Также нарушение правил маневрирования, в частности, вот, движение через рейд. Подход в запрещенные места, к шестому причалу, например, к Ульяновскому спуску. На остановке ваш выход из устья реки Самарки должен быть осуществлен под углом равным прямому. Берите, баржа стоит. В этот раз я вам сейчас напишу, что я не согласен.